Многие, наверное, знают, что такое Шэньчжэнь. Шэньчжэнь вообще 30 лет, очень молодой город, но вот мы сейчас приехали погулять по нему и заехали в одну такую, не знаю, это не деревушка, это Шэньчжэнь, окраина Шэньчжэня. И вот я сейчас покажу, как живут здесь люди. Слушай, а здесь как дома? Смотри, как хорошо здесь, а? Вон гуся завалили. А? Вон, смотри, готовят еду. Вообще класс. Что у нас дальше? Что у нас тут еще? Так, вон мотоцикл, смотри, модный какой. Спартач стоит, вообще класс, слушай, а? А где спят они хоть? А вот комната. Видимо, комната отдыха. Это, наверное, VIP-комната. Он с вентиляцией совсем. То есть, в принципе, здесь, я бы сказал, есть весь, все удобства, все есть. Так, остаемся здесь на сутки? Конечно, обязательно. Ну что значит? Вот, тут вообще лакшери номер. Это что у нас? Ого, так, что это у нас? Слушай, очень интересно, на самом деле. Очень интересно. Ну, наверное, такое что-то непонятное. Типа летней кухни или что-то такое. Кухня. Короче, ладно, идем дальше. А где они спят, интересно? Вот, смотри, вещи сохнут, знаешь, где-то спят. Пойдем посмотрим. Интересно, интересно. Что у нас тут? А, лабаня. Кыканься. Ого, ничего себе. Даже разрешил посмотреть. Так вот живут шэньчжэньские ребята. Те, кто не успевает в ногу со временем. А? Да. Вот так вот живут иногда люди. В Китае тоже. Вот у них. Второй этаж. Разрешили посмотреть? Пошли посмотрим. Ага. Тут вообще евроремонт. Нет, надо сказать, чайный ремонт. О, нормально, слушай. Удобно очень. То очень много комнат. Можно нормально, он хорошо выспаться. Да, устал. Вот еще. Наверное, останемся здесь на сутки с ребятами. Посмотрим, как дальше пойдет. О, это что такое? Интересно. Паучара. Слушай, кухня вообще класс. У них вообще тут все удобства. Вон какие-то полузакатки. Все есть, все, что надо для жизни. Это, наверное, чья-то кровь. Здесь, наверное, кто-нибудь. У нас дальше идет. Полянка. Ну, это уже, наверное, видимо, зал для переговоров. Очень серьезно выглядит все. Очень серьезно. Молодцы, конечно, китайцы. Вот они постарались. Тут умеют люди работать. Что у нас тут? Не убиться бы еще здесь вот. О, там кто-то есть. О! Ну, по крайней мере, я туда не пошел, чтобы меня не схавали. Ну, что сказать, с большего, в принципе, неплохо. Я бы сказал, что, ну, не 5, конечно, звезд, но, в принципе, остаться на сутки можно. Сколько? 400 лет домам, да? Да. Так что, остаемся здесь сегодня? Я нашел на втором этаже, там очень хорошая комната. Конечно. Что, пацаны, сегодня здесь, да?